Рядом со мной находится Роман Лебедев, генеральный директор логистической компании. Роман, расскажите пару слов о вашей компании и как она называется. Наша компания называется ATC Consulting and Logistics. Мы занимаемся перевозкой грузов из Юго-Восточной Азии, Турции, Европы. Основное направление, в общем-то, конечно, Юго-Восточная Азия и Турция. У нас мы имеем свои офисы в различных городах Китая, в Пекине, в Вэньчжоу, Шиши, Гуанчжоу, Чэнду, где располагаем своими складами, где можем предоставлять услуги для компаний, которые размещают производство в Китае. Также у нас свой склад и офис в Стамбуле. И по дороге из Европы в Вильнюсе, где тоже, в общем-то, все услуги можем предоставить. Сейчас довольно-таки огромное количество логистических компаний. А в чем ваши конкурентные преимущества перед остальными? И в чем ваша уникальность? Ну, мы стараемся работать и быть ближе к клиенту. Что касается Китая, мы имеем свои склады, которые позволяют нам предоставлять услуги, наиболее востребованные сейчас для там, малого и среднего бизнеса. Сейчас не секрет, что вступили в эру маркировки товаров, да, и наши ЦЭМы, центры этикетирования и маркировки в Гуанчжоу, в Вэньчжоу, в Пекине, в Шиши, да, позволяют нам принимать товар от производителей и маркировать, домаркировывать, производить какую-то обработку товара, да, что позволит нашим клиентам завозить товары, например, по обуви с 1 марта запрещен будет оборот товаров немаркированных, по одежде с 1 января. В Стамбуле можем тоже такие же услуги оказывать. То есть вот наш конек, как мы его видим, да, это вот быть ближе к клиенту, предоставлять максимальные услуги для именно малого и среднего бизнеса. А какие цели вы ставите перед собой на выставке CPM и что уже удалось сделать за время проведения выставки? Ну, в общем-то, основная цель – познакомить российские компании с нашим сервисом, да, найти клиентов, партнеров, чтобы можно было совместно перевозить грузы и доставлять их до конечного потребителя. Роман, а где вас можно найти, чтобы прийти и с вами поговорить предметно, если у кого-то есть спрос на ваши услуги? Ну, мы находимся, основной центральный офис находится в Москве, на Алтуфьевском шоссе. На нашем сайте вы можете найти наши координаты. Также предлагаем посетить наши офисы в Китае, когда закончится вирус. Вот. И там в Европе, в Стамбуле. Везде будем рады вас увидеть. А в рамках выставки какой стенд? В рамках выставки стенд, не помню. Напишем в описании. С нами был Роман Лебедев. Оставайтесь с нами.